Два Грея, рептилоид. А второй канал? Криптилоид. То есть два Грея — это один канал, рептилоид — другой канал. Да. Считай цифру репта над головой, пожалуйста. 342. Ты кто? Генерал. Уже генерал в таком возрасте? С таким 342 уровнем? Что ты знаешь о наших уровнях? Пирамида. Знаю ваши уровни. Ты что думаешь, какой ты у меня рептилоид здесь? Если я тебе скажу 800-й, тебя это устроит? Что ты находишь? 800-й не связаны с армией. Мы уже с дипломатами встречались. Рептилоид, ты не в той позиции, что слушай мои вопросы и отвечай на них. Задавай. Ты знаешь вообще, ты знаешь, где ты находишься? Знаю. Ты знаешь о последствиях пребывания в этой комнате диагностики? Осведомлен. Мы наши враги. Чего ты во врагов входишь? Ты понимаешь, что враги могут... обезвредить. А что нам остается сделать в такой заморозить ситуации? А что нам остается делать в такой ситуации? Обезвреживать вас. Грей, вы точно знали, на что вы согласились, да? Вы отдавали себе отчет этой опасности, которая вас остерегает. Не показывает, что любопытство перевешивает опасность. Хорошо, я вам покажу тогда, с чем вы столкнулись. В моих руках появляется шар живой плазмы. И делю этот шар на три равные шарика. Хорошо, два Грея и рептилоид. Эти три шара, я сейчас спрошу, готова ли она отдать вам эти шары в знак благодарности за эту подключку. И как она скажет «да», все. Вот такой разговор. Она хочет знать ее ошибки и дальше отдать их ли, потому что... От их кооперации может быть больше пользы. Можем мы выслушать Греев. Итак, Греи, у вас есть сейчас шанс. Если я не получу этой информации от вас и от рептилоида, от каждого, вы получаете то, что я вам показал. Шары входят в меня. Итак, используйте этот шанс. Не ждут. Чего не ждут? Вопросов. Она уже задала вопрос. Как вы зашли в ее биополе? Иллюзией. Правдоподобной иллюзией. Сейчас ты должен объяснить. Это слишком размытое понятие. Конкретная ситуация. Что она сделала не так, что вы зашли. Не теряйте мое время. Не тратьте его. Они чип показывают. Ну и как этот чип вошел? Маленький овальный чип. Мы его уже видели. Он находится выше. Из него выходит этот туман. Туман проецирует неупокоенные души ангелов, архангелов. Для кого-то это умершие родственники. У кого есть в голове большее доверие к ангелам или к родственникам. Хорошо. Сколько вы находились в этом биополе со своим чипом? 5 дней. Но это не так работает. Сперва спускается чип. Он находится за защитами и ищет слабое место. Считывает. Слабое место – это то, кому слепер доверяет. Ты хочешь сказать, ты через гипнолога зашел? Нет, через слепера. Я сейчас, правда, не знаю. В измененном состоянии. Кто из них был слепером? Туманом показывает. Туман выходит из этого чипа и показывает иллюзию. А где ее ошибка в этом? Что она неправильно сделала? Иллюзия совпадает с ее... познаниями, желаниями, доверием, снижает, успокаивает ее настороженность. Как это... прекрасен архангельский уровень. Именно эту иллюзию мы распространили туманом вокруг нее. После этого начали, после проникновения начали строить скорлупу, чтобы со временем укреплять ее. И усыплять ее бдительность. И это все за 5 дней? И это все за 5 дней. Как только чип проникает, нужно усиливать изоляцию видений и правильной частоты восприятия. И как ей защититься от этого теперь? Вопрос. Они просто говорят сканировать туман, но они, я думаю, не хотят, потому что... у них есть знания, как они молчат. Хорошо.
Грей, открывая воронку перед вашей клеткой в галактическое ядро 1, 2, 3. Кто готов уходить? Можете не отвечать на мои вопросы без проблем. Заберите Хорошо, мы ответим по-другому. Раз мы в клетке, значит, у нее все-таки сработал инстинкт и анализ. Закрываю воронку. Вы энергию воровали у нее? Наша задача была изоляция. Хорошо. Вопрос теперь к рептилоиду. Рептилоид, ты возглавлял всю эту компанию? Я контролировал. Какая твоя функция была? Контроль. И что ты контролировал конкретно? Правильно они делают или нет? Чья это технология вообще? Ваш или их? Технология Греев. Я контролировал скорость и процесс. А вы будущее вообще просчитываете как-то? Вероятность того, что вы будете обнаружены и наказаны за то, что вы делаете? Или для тебя это никакой роли не играет? Играет. Это и есть эксперимент. Многие работают уже в этой иллюзии. По моим подсчетам, наверное, процентов 80. Вы, по-моему, ко всем уже подключились, кто работает в области регрессологии, слиперов. Скажем так, 80 из тех, кого ты знаешь и кто в твоем доступе, мы имеем в виду информационные каналы, есть и другие, которые на более других уровнях. Но они все работают на вас? Нет. Хорошо. Из 100% регрессологов, сколько процентов подключены к вашей цивилизации, имеют такие чипы и дают ложную информацию? Такой вопрос. Около 70% иллюзий. Хорошо, меня этот ответ устраивает. У меня больше никаких проблем нет. Воздействовать на вас не буду. Я получил все ответы. Рептилоид, а что ты считаешь нас своими врагами? Мы же не нападаем на вашу цивилизацию. Вы лезете к знаниям. Ну, а вы не лезете к знаниям? Или вы считаете только вам? Мы давно знаем. Ну, хорошо, теперь наша очередь пришла узнать. Все-таки в нас частичка Творца есть, чего у вас наверняка нет. Мы имеем право на свое развитие, на развитие своей души. Что тебя не устраивает? Почему тебе не нравится закон мироздания? Мы сами творцы. Ой, я тебя прошу, кто придумал, откуда вы вообще взялись? Ты знаешь вашу историю, кто был первым? Мы много создали. Хорошо, вы были раньше людей на Земле, причем, но не раньше первых цивилизаций. Почему вы решили, что мы будем вашими рабами и будем на вас работать? Кому пришла такая бредовая идея? Так удобно. Ну, а я считаю наоборот. Мы не зря говорим, что вы мелкие людишки, вы обмельчали. Ну, хорошо. От прошлых сил и цивилизаций ничего не осталось. Ну, хорошо. Катитесь ниже и ниже. Но не все, если можно возразить. Мелкие, жалкие людишки. Есть же те, которые могут вам противостоять. Причем серьезно противостоять. И за ними стоят тоже силы. Вам это вообще понятно? Вы хотите войны? Серьезно? С более развитыми цивилизациями, чьи души проходят опыт на этой земле? На этом объекте? Все намного глубже. Отличный ответ. Все намного глубже. Запишу его себе. Буду в следующий раз отвечать вам точно так же на ваши вопросы. Хорошо? Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У нас здесь рептилоид с двумя Греями. Генерал-рептилоид рассказал мне опять, что мы должны быть их рабами, о великом их плане и то, что мы жалкие людишки, потому что не помним о своем происхождении. Я ему возражал. Неправда. Я сказал, почему мы называем вас мелкими людишками, потому что вы обмельчали в полном смысле слова. Хорошо. Рост, знания и многое другое. А насчет глубины я не могу объяснить, потому что у тебя не хватает знаний на Земле. Вот так вот даже. Хорошо, Ли, ты все слышала? Мне добавить нечего. Что тут сказать? Забираем. Хорошо. Пообщаемся. Чип. Конечно. И чип там еще у меня остался, их, который они внедряют на липеров. Его забираем тоже вместе с туманом. Скорлупу выбросить. Хорошо. Под скорлупой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Всех забрали.